завершить сделку. Так, с инженерный отдел, литейный цех, лицейный, блин, тех. Так, улучшенный модуль. Лазер. А почему бы и нет? Хотя для этого придется строить... В общем, либо три бойца брать, либо строить офицерские эти... Сектора, или как их там называют. Ладно, что здесь можно сделать? Улучшенные пистолеты... Да ладно, улучшенные пистолеты, короче, пускай будут. Все готово к работе. Литейные машины раскалены. Когда мы закончим, я вам сообщу. Такс. Электростанция, мастерская, школа офицеров, спутниковый комплекс. 8 энергии, 15 инженеров, 300 баксов, 25 сплавов, 2 борткомпьютера на пришельцев. Ну это какой-то долбанный кошмар. Это долбанный кошмар. В общем, строить нечего. Что ж, дальше крутим. Ну, наконец-то. Мы получаем сообщение о новых похищениях людей. Места происшествия отмечены на глобусе. Куда ни глянь, везде пипец. США, 200 баксов, а здесь снайпер-сержант. Думаю, стоит побороться за снайпера-сержанта. Рядовой... Есть у нас кто? На задание. Здесь у нас один день буквально остался до того, чтобы он вышел. Черт возьми, а. Ладно, бери. Будешь у нас аптечку таскать. О, панцирная броня. Новый бронежилет сделан из сплавов, которые мы обнаружили на корабле чужих. Он легче и прочнее любой брони, которая была у нас раньше. Это хорошо. Это радует. Также у нас есть пара плазмопистолетов. Нет. Ну ладно. В общем, таскаешь аптечку. Таскаешь броню. Такая крутая, новейшая броня и... Что? Такие отстойные пушки, да исторические, которые не годятся против пришельцев. Будешь у нас также таскать дугомет на всякий. Пожарный. Все, две осколочных, один дугомет, один медпакет. Вылетаем. Чувствую, мы здесь сдохнем к чертям. Куда мы там? В Мексику? Страшное место, это Мексика. Шторм один. Готовимся к высадке. И без инопланетян страшно, а с инопланетянами Мексике так вообще. Мексике срочно нужна наша помощь. По данным радиоперехвата, в одном крупном городе заправка. Уже несколько раз видели пришельцев. Заправка. А это значит, будет много взрывов. В принципе, все, зачем мы будем укрываться, может взорваться. Центр, весело. Я рейнджер. Ударный отряд приземляется. Ждем приказаний. Вас понял, рейнджер. Штурм-1 может приступать к операции. Такс. Какая-то жирная карта. Очень жирная. Или мне кажется. Такс. Тут надо определиться, во-первых. Наверное, стоит все-таки как-то... Ту, что поберечь. В общем-то, залезть куда-нибудь... Вот так вот. Блин, да что ж я сделал-то? Совершенно не то я сделал. Так, все, он нормально ставит. На Overwatch. Здесь ты сюда. Пора надрать им жопу. Отлично. Жопнадирание начинается. Так, ага, он на две клетки походил. А здесь почему-то по одному. Ладно,
Рискнем. Думаю, что он сюда попрется. А второй не знаю. Так, один боеготовность. Второй черт не знает что. Так. То есть двигаться сейчас по-хорошему нельзя. А, ну можно стрелять. Стрелять, стрелять, стрелять. Ну, ладно, давайте стрельнем, чего уж. Больше не дернется. Вот вам и шанс попадания. Как хотите, так стреляйте. Нет, это пускай здесь остается. А здесь что, нет защиты? Странно. Хм. А. Во. То есть хрен с два попадешь курсором. Ну ладно, наверное, заберемся. Здесь на Overwatch встаем. Здесь. Ну, тоже на Overwatch встаем. Сюда. Здесь тоже будет Overwatch. Ну и в принципе все. Ждем этого второго. Ой-о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 й. Ага, он испугался. Для него тупо ходы кончились, не знаю. Так. Вроде него, но мимо. Давай. Ну что ж такое, а? Сейчас будет больно. Попади, нет. А что, не видит? Реально. Ладно, Overwatch-то оставим. Он сейчас будет в этого стрелять и попадет по-любому. Они собрались отступать. Не. Чувак немножко испугался. Его право. Наше лево. Такс. Только сейчас его ловить. Заколебусь я малость. О, ё-моё! Я забыл, что другие вообще здесь могут быть пришельцы. А у него, как назло, ни граната, ни шиша, вообще. Отлично, просто отлично, потрясающе. Ну, так он не снимет ему ни хрена. Даже если попадет. Хотя что попадать, непонятно. Да ёх. Просто с 3 метров не может попасть. Отлично. Только не говорите мне, что у этого перца... Нет, у него все в порядке. У него фланг не засчитывается. Ну давай, хоть ты. Заколебали мазать вообще. Цель не поражена. Кошмар. Кошмар. Сейчас этот еще подойдет. Будет настреливать. Ладно. Приближаемся к врагу. Более-менее. Это вот так же оставляем, я думаю. Ну, остается, я не знаю, молиться, что ли. Сейчас будет твориться опять фарш. Потому что кое-кто не умеет стрелять вплотную. Двоечку снесла. Ну хоть так. О! Бывай, парень. Сейчас остальные то же самое сделают. Скорее всего. Подстрахуйте меня с флангом! Попал, сэр. Долбанулся.
Так, супергуд. Супергуд вообще. 39% шанс попадания. Ну что такого-то, а? Вот что здесь его мешает попасть-то? Он даже не скрывается. Так, отлично. Здесь как не спрячешься, будешь во фланге. То есть красные эти щиты стоят. Спрячешься сюда, будешь вот к этому. Это вообще шикарно. Слушайте, мы опять трупы. Забить на эти оглушалки надо. Только не говори мне, что ты не видишь того, который сзади стоит. Спасибо. Я всегда знал, что ты рождена для того, чтобы быть на кухне, блин. О, сейчас будет больно. Ну, не знаю. Да-да-да, 31% метки сияет, уже слышал. У него еще и полный щит. Граната пошла! Куда ни шло. Ну давай, давай, да. Ну что такое-то? А в чем проблема? Интересно. То есть она не может по тому стрелять почему-то. Нормально? Слава богу, включилась. Слава богу, попала. А то я уже думал, что... Тю-тю. Здесь, ну даже не знаю, стрелять, не стрелять. Конечно. У всех еще патроны кончились, добавок. Это называется новая броня. 5 урона все-таки проходит. Так, я даже не знаю, как это назвать. Все равно двоих не заденем. Одновременно. Парень легких путей не ищет. Они никогда не оправдают свои 45%. У меня еще и патроны кончились. Шик и блеск. Хотя показывает, что в автомате еще немножко осталось. Слава богу. Ладно, один остался. У меня нет аптечек. Ага, вот что броня дает. Дополнительное здоровье. Понятно. Ладно, надеемся на лучшее. Сменим на пистолет. На них надеяться, значит похоронить себя заживо. Да, попала, убила. Ваншот. Ну можешь же, когда не хочешь. Единственный мой прокачанный перец валяет сейчас без долбанного сознания и через ход сдохнет. Через ход же, да? Это какой-то долбанный кошмар.